В японском городе Саппоро стартовал небывалой красоты снежный фестиваль. В этом году он проходит в 65-й раз, и впервые за столь долгую историю главной снежной скульптурой стала 5-метровая фигура, посвященная Олимпийским играм в Сочи. До сих пор участники фестиваля не экспериментировали со спортивной темой из-за сложности передать динамику движения хрупким снежным материалом. Однако полугодовые эксперименты не прошли даром. В результате из утрамбованного снега японцы изобразили тех, на кого страна особенно надеется в Сочи. Среди них фигуристы, прыгуны с трамплина, конькобежцы и хоккеисты. Темами остальных скульптур стали любовь, доброта, герои японских мультфильмов и сказок. Ежегодно фестиваль посещает порядка 2 миллионов человек. На этот раз радовать глаз гостей и жителей города будут порядка 200 фигур из снега и льда. Нынешний праздник продлится до 11 февраля.